Я бы на самом деле хотел сказать, что поводом для сегодняшней лекции я сегодня давно ждал. На самом деле, около года назад у нас вышел такой идеологический спор с пиарщицей одного крупного брендингового агентства. И мы спорили на тему того, может ли брендинг менять продукт и сервис. Вот. Она утверждала, что это не наша задача, клиент занимается там, со своим бизнесом, а мы, наша задача качественно, красиво это подавать. Вот. А я утверждал то, что брендинг должен быть синхронизирован с продуктом, сервисом, и все должно быть как бы целостным, и он должен внедряться в бизнес-процессы. Вот. И сегодняшний кейс, который мы хотим представить, и проект вместе с моими коллегами Валентиной Ураловой, это как раз тот момент, когда мы можем объединять и брендинг, и продукт, и сервис через сервис-дизайн. Вот. Поэтому мы даже поменяли заголовок с брендинг 2.0 на «Игра без правил» на брендинг плюс дизайн экспириенс, просто потому что это будет более понятно. Так. О, сразу два слайда. Сразу. Пару слов об агентствах. Собственно, я скажу о агентстве Smart Heart. Салют. Агентство Smart Heart, что мы в 2013 получили международную премию Red Dot по дизайну, и это, наверное, для меня стало такой точкой, когда я успокоился с точки зрения доказательства кому-то с точки зрения дизайна, и мне стало интересно внедрять дизайн в реальную жизнь. И для меня это стало большой задачей. Именно вот внедрение – это как раз часть дизайн-сервиса и сервис-дизайна, дизайн-мышления. И мы по счастливой случайности встретили компанию Experience Lab. Валентин, наверное, пару слов.